далекие, лихие 20-е годы 20-го столетия шла гражданская война. Основой для его создания и заветной преданности войску, долгу и ведать избранной профессии. Можно с уверенностью... Меликяну Мелику Карапетовичу. Поздравляю вас с годовщиной Зеленоградского пограничного отряда и искренне желаю вам мирного неба, здоровья и благополучия. Каждый с гордостью готов мы пограничные войска. И нами Родина гордится, не подведем своих отцов и защитим свою границу. От всей души поздравляем военнослужащих, служащих и ветеранов краснознаменного Ленинаканского пограничного отряда с 92-й годовщиной со дня образования воинской части. Защита границ Отечества была и остается одной из самых ответственных, трудных и почетных задач, выполнять которую Родина всегда доверяет только лучшим своим воинам. Вот уже несколько веков российские и армянские пограничники плечом к плечу несут трудную службу по охране границы Республики Армения. Зимой и летом, в холод и в жару. Замок государственной границы крепко закрыт, а ключ находится в надежных руках. Позвольте еще раз поздравить с праздником, пожелать здоровья вам, Максим Владимирович, и в вашем лице, всему вашему личному составу, успехов профессиональной деятельности по охране границы Республики Армения. Спасибо вам! Ленинаканский пограничный отряд имеет славную историю и замечательные героические традиции. Велика заслуга как пограничников вперед Великой Отечественной войны. История знает немало примеров, когда именно пограничники принимали на себя первые, самые тяжелые удары врага и погибая спасли родину, родную страну. От имени всех юмрицев поздравляю вас с годовщиной образования 39-го Ленинаканского краснознаменного пограничного отряда. Вот уже 92 года ваше подразделение несло службу на самом длинном и сложном участке армяно-турецкой границы. Еще в начале 19 века Гюмри стал южным форпостом Российской империи. Российские и армянские военные вместе боролись против общих врагов и отстаивали интересы своих стран. Наши народы роднят тесные исторические, культурные, дружеские связи. С особой радостью хочу заметить, что сегодня, как и две века назад, наши военные плечом к плечу защищают наши границы.